Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по обожженной в кипятке собаке. Напомню, в начале июня хаски провалилась в яму с кипятком в районе теплотрассы у Черногорска. Собака получила сильные ожоги, а хозяин, который ее спасал, попал в больницу. Питомец в страхе искусал ему руку. Евгений Варлаков пошел в полицию Черногорска, так как, по его словам, собака упала в яму, где случился порыв на теплотрассе. По его версии, Хактек территорию не огородил. Силовики отказали в деле, в постановлении не сказано ничего про ограждение. Полиция также рекомендовала Евгению Варлакову пойти в гражданский суд, если он хочет взыскать материальный ущерб. Хозяин хаски отказ обжалует. Что касается собаки, то она идет на поправку.